Летим в Испанию! Вода. Acompanya'm, vine amb mi. Vull somiar l'espert viatjar molt lluny d'aquí. L'equipatge està petit. Només necessito el teu somriure. És un vol low cost, però si estàs al meu costat, sembla que volem en jet privat. L'aeronau ja s'ha enlairat. Ciao, ciao, buonasera. Quantes vegades t'hauré dit la piuela? Ciao, ciao, dolce vita. La primavera viatja amb mi, nit i dia. La bona estona ja, permís per aterrar. Ну что, друзья, комнату я покажу чуть позже. Сейчас пока небольшой тур по нашему отелю. Она называется Aqua Hotel Bertrand Park. Рекомендуется больше для взрослых, но он такой молодежненький. Это вот барчик. Там вот бассейн небольшой. Отель городской. На первой линии в городе Лорет де Мар. Это зона входная. Там еще есть второй корпус. Так вот. Здесь можно позаседать. Здесь можно почитать книгу. Очень просторный, уютный холл. Справа находится ресторан, где мы завтракаем, обедаем, ужинаем. Какой у нас номер? Замечательно, лежишь ты такой на кроваточке, а тут ты-ли-ли-ли. Вот так. Три банана, два персика и одно киви. Вы чувствуете, как страсти прикалеются в этот момент, да? Как, типа, как, знаете, как в триллерах, короче, спокойно так. Время обеденное. Мы хотим найти какую-то забегаловку, попробовать паэлью. Гаспачо нам очень рекомендовали здесь. Сегодня солнышко. Решила взять выходной, так что мы не позагорали. Небольшой дождик моросит. Хорошо, потому что мы как раз спокойно можем без жары посмотреть город. Hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes. Hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres. Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras. Ahora que por fin las redes unen al planeta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. Allá ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Мы в поисках очередного вкусного кафе для нашего замечательного обеда. Это видео.
там прошла очень красивая официантка. Красиво, конечно, здесь очень. Жду Машу. Димка работает. Скоро он доделает работу, и мы напьемся. Наш получается здесь? Да. А? Он тебе так нравится. Идем домой мыться и собираться. По магазинам. Такие девчонки. Испаньолки. Просто мы не успеем тогда ни покататься, ни пройтись по магазинам. Там это не так быстро, как кажется. А как вот, рассчитай мне, пожалуйста, по времени, как? Так, нет, давай ты сама, дорогая, напряжешься и рассчитаешь. Нет, время. Я пыталась, я говорю, на пляж не математика, получается. Возьми калькулятор, если получается без. Вот так вот, приучайте Ксению Евгеньевну трудиться самостоятельно, иначе она вас всех задолбает. Приятного вечера! В общем, друзья, мы начинаем этот непростой день. Мы уже идем во второй магазин, мы оформили машину. Вот, и должны были выехать уже минут 20 назад. Но мальчики решили погулять. Мы вот пошли за водой. Теперь мы идем в другой магазин за энергетиком. По таймингу мы уже не укладываемся, мы составили маршрут специально. А нам предстоит очень большое путешествие. Мы собираемся в Монсеррат. Там мы планируем посмотреть Бенедиктинский монастырь, подняться на гору, сходить к Черной Мадонне. She's black and she's Madonna. Бастер. Мадонна. Дона, Мадонна, Дона. Ну, машину мы сняли, отправляемся в путешествие. Yeah, но по-любому будет весело. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Здесь красиво, мы приехали. Наконец-то! КВВ? Так, а теперь нам предстоит вот на этой желтой штучке. На фуникулёре будем подниматься в гору. Выглядит голос за кадром. Ксень. Вот так выглядит голос за кадром. Стоим за билетиком. Подтанцовываем. Сейчас купим билетик и поедем на фуникулёре. 23 за билетом. А. 2 билета, 23. Сейчас поедем все вместе.
Слушайте, на нем... Боюсь. Нам надо к окошку. Боюсь. Не бойся. Нам вот сейчас заходишь и направо сразу. Ксюша, ты успокоишься? Смотри, вот наша тень, она все меньше и меньше. Дима, заткнись. Ксения, ты пропускаешь красоту? Смотри, какая красота. Наш путь к Деве Марии. Входим в сам храм. Вот еще один монумент. Не могу вам о них рассказывать, потому что не знаю ничего. Сейчас заходим в самое сердце храма. Я так полагаю, что это площадь. Современный орнамент. Люди со всего мира сюда приезжают. Перед встречей с Марией. Если нас разъединят с вами. Ну что, заходите. Колорит здесь, конечно, вообще. Очень красивая энергетика здесь написана, конечно. Его Марию снимать нельзя, поэтому я с вами прощаюсь. Я тоже не смог. Молчал? Я сказал. То, что я готова. То есть я не смогла. То есть я прям и не могу разобраться. Сейчас, что я не знаю, что будет. Вот мы вышли с другой стороны. Это интересно.